что, конечно, что-то можно съездить куда-то, это уже смотрите сами. После отправления будет завтрак. Завтрак с отправлением в 9 часов 10 минут. Завтрак у нас. В 10 часов после завтрака организационная встреча туристов, которые начали путешествие из Самары, Касани. И завтра у нас сядет новая группа, небольшая группа. И вот мы вместе с вами соберемся в